Приветствую всех. Мы находимся в парке Шелковичный города Славянск. Небольшая прогулка по улочкам и тропинкам этого замечательного парка. Сегодня у нас 6 июня. Все вокруг зеленое, лето, жарко на улице. Люди периодически встречаются в парке, гуляют. Оно как-то по времени бывает. Приходишь, много людей, бывает мало. Уже раньше говорил, что этот парк напоминает такой себе винегрет. Всего насадили куча разных растений, каких-то аттракционов одно на другом. Все очень кучно. Может, что места мало, может, что такая фантазия странная у тех, кто руководит этим проектом. Но очень все одно на другом, одно на другом. Тесно, и как-то оно так странновато выглядит. Все-таки нет таких больших территорий, площадей, чтобы отдохнуть, разгуляться как-то по-другому. Всем хорошего настроения и, конечно же, до скорых встреч!